вас світа служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії Маргарита Чубукова. Добрий вечір. Сьогодні в Гомелі відкрите нове нейрохірургічне відділення. Тепер у обласному центрі будуть оказувати висококваліфіковану допомогу по ліченню хвороб позвоночника. По словах медика, у відділенні відповідає самим строгим сусвітним потребуванням. З новими досягненнями айчинної медицини ознайомився Олег Сінцюров. Гомельская областная клиничная больница – самая великая в регионе шматпрофильная лечебно-профилактичная установа. До этого часу тут працевали 23 специализованные отделения для детей и дорослых. Теперь открылось еще одно – хирургии позвоночника. Этой подеи тут чекали давно. Ранее пациентов с травмами позвоночника приходилось везти в Минск, а этот час очень необходим для вартования. Справа в том, что при травмах позвоночника высокие шансы выжить у людей, яким хирургическая допомога оказана максимально худко. Еще один плюс Гомельского отделения, сучасное медицинское обсталевание и, как выник, применение самых передовых технологий. Выделились новые технологии, появились новые методики, совершенно другой подход к лечению повреждений позвоночника, совершенно другой подход к лечению заболеваний. У этом году на приобщение материально-техничной базы установ оховы здоровья в Гомельской области накировано больше 200 миллиардов рублей. Практично десятая частка этих сродков укладена у створение и оснащение обсталеванием отделения хирургии позвоночника. До речи, о перспективе тут планують займаться экспортом послуг. Ничего аналогичного у ближайших регионах России и Украины нема. А тому есть подставы мерковать, что послуги отделения окажутся запотребованными и у наших соседей. Хоть першочерговая увага все ж таки жихарам Беларуси, причем одночасово хирургическим вмешательством, тут пропонуют еще и комплекс реабилитационных мероприятий. Люди, у которых есть проблемы с позвоночником, добро ведают, насколько это важно. И психологическая реабилитация, здесь и медицинская, и социальная, и физическая. Тут все элементы задействованы. То есть человек должен пройти определенный путь, чтобы или восстановиться полностью, или найти себя в новых условиях жизни. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Информационно-пропагандистская группа Гомельского горвыконкама на шале со старшиней Петром Кирышенком наведала меблевую фабрику «Прогресс». Представники городских уладов ознайомились со станом справ на предприемстве, побывали на вытворчих участках и выступили перед працовным коллективом. На предприемстве, которое выпускает мягкую кухонную меблю, сегодня заняты 650 человек. Вытворчие могутности загружены цалком. Фабрика працует две смены 5 дзен у тыдень. Ассортимент вырабов налишивая свыше 50 одинок. Не оглядевши на некоторое скорочение объемов поставок у России, у целом география экспорта поширается. До прикладу, недавно началась отгрузка мебли у Казахстан. Утримливается на плаву, да помогает техничное переоснащение, якое ведется постоянно. Предприятие немножко перевооружилось, прошла модернизация, появилось новое оборудование, станки. Ассортимент изменился, устойчиво работает. Несколько показателей ухудшились по сравнению с прошлым годом. Но, тем не менее, я вижу, что и по уровню заработной платы, по уровню складских запасов, по прибыльности это предприятие вполне успешное. По часу встречи с коллективом меблевой фабрики керовник города рассказал об основных выниках социально-экономичного развития Гомеля, а так само отказал на питание работников. С нагоды Дня пожилых людей доброчинную акцию организовали супрацовники Гомельского областного объединения профсоюзов. И они наведали дом-интернат для состарелых и инвалидов Шубина, який находится в Ветковском районе. За рад позитиву и бадерости, теплые меньшования и подарунки отримали люди, которые проживают у социальной установе. С подробязностями Дмитрий Котов. Дом-интернат для состарелых и инвалидов Шубина існує больше за чверть стагодия. Зараз у им проживает больше, как 100 человек. Для их тут створены комфортные умовы для полновартостного ладу життя. Есть махчимости для творчей реализации. Однако для людей, которые у сталом узросте застались одни, головным является увага. Наши старики жаждут внимания. В основном мы всем обеспечены и продуктами питания, и постельными, и что вроде бы как положено, но внимание еще никому бы не помешало. То есть зачастую это брошенные люди, своими родственниками, забытыми, поэтому вот лишнее внимание никогда не мешает. Такие поездки областное объединение профсоюза распочало в 2011 году. У доме-интернате шановных гостей завсёды шакают с особливым нетерпением. Для пожилых людей увага и макшимость погуторить, як глоток поветра, який протягивает житё. У холле дома-интерната усім рушают подарунки, а тех, кто не смог прийти, навед. У их покоях. Наши профсоюзные организации области закреплены за домами-интернатами
и посещают их не только в День пожилых людей, но уже стало доброй традицией посещать их и другие праздничные дни, и даже будни. Кроме того, что привозят для них сладкие подарки, многие отраслевые организации приезжают в дома-интернаты с концертами, привозят по их заказам посуду, либо какие-то еще там другие предметы, те, которые необходимы для проживающих в домах-интернатах. Такие встречи проходят в утульной сябровской атмосфере. Тут завсёды весело и позитивно обмерковывают самые разные темы, гучит смех. И при развитании жихары установы выказывают пожелание увидеть своих гостей как мага худшей. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. Во управлении внутренних справ Гомельского облвыканкама отбылись урочистости, присвященные 95-летию створения патрульно-постовой службы милиции. Специализованная выстава, на которой представили новые узоры боевой зброи, была организована у фойе областного управления. Сярод традиционных видов зброи и спецрыштунку зусім новые, как, например, сучасный пистолет «Канік» турецкой вытворчості. И он значно легче, докладнее и танней за своего попередника пистолета Макарова. Максима, в будущем именно эта зброя заменить ПМ и станет головной зброей наших правоохранников. Але ж головным подчас мероприемства, зрозуміло, были віншавання, ушановані ветеранов службы и лепших супрацовников полка ППСМ. З нагоди свята начальник управления внутренних справ Гомельского облвыканкама Владимир Захарчук уручил узнагороды за выдатную службу. Специальный нагрудный знак с надписом «Служим закону народу айчине» отримали 4 керовники подразделения. У их лику командир полка патрульно-постовой службы милиции Сергей Олейник. Патрульно-постовая служба – это та земля, с которой произрастают настоящие милиционеры. Те, кто прошел эту службу, достигаются больших результатов. Поскольку именно с земли, когда милиционер пройдет эту службу, он познает очень много, становится хорошим, первоклассным офицером, хорошим служащим, хорошим сотрудником. Сегодня хочется пожелать всем сотрудникам, всем руководителям, всем тех, кто сегодня и в последующие годы отдал свою жизнь, отдал свои лучшие годы службе в патрульно-постовой службе, здоровья, счастья, успеха, благополучия их семьям. Всего самого наилучшего, уважаемые коллеги. По данным областной инспекции аховы живельного и рослинного света, с початку года на Гомельщине выявлено больше за 100 фактов с прикметами криминального злочинства. Огульная сумма шкоды, нанесенной природе, склала амаль 5,5 миллиардов рублей. По опошнем выпадку аматоры легкой наживы наловили амаль на 30 миллионов штрафу. Двое беспрацовных жихаров Гомеля вырашили нажиться на рачной рыбе. Обклавшиеся в Руковскую затоку раки сош, забороненными для аматорской ловли сетками, яны за один вечер подняли больше за 10 килограммов рыбы. Плота, как унес Шупаков. Тут неудачливый